Моя авторская песня Владимира Васильева «Филармония концерт», написана мною в сентябре 2015 года, в день рождения Одессы. Чайковский, Бах, Бетховен, Моцарт, да, в филармонии концерт. И дирижирует сам Хобарт, а эпиграммы на десерт. В Одессе вечером играет, да, симфонический оркестр. С ним зритель будто замирает, ведь дирижирует маэстро. Музыка чудная нас закружила с нашим любимым талантом маэстро. Классика вечная всех заворожила и покорила одесским оркестром. Замирает душа от трубы и кларинета, от флейты так даже вдвойне. Дрожь пробегает от их барабанам, от скрипки, быть может, втройне. Концерт окончен, стих накал страстей, а в голове и в мыслях у одесситов и дорогих гостей энергия окупится в дело. Музыка чудная нас закружила с нашим любимым талантом маэстро. Классика вечная всех заворожила и покорила одесским оркестром. И покорила одесским оркестром.